Блин, братан, у меня 2%. У тебя всегда с собой зарядка есть? Берешь, пожалуйста. Зарядку? Вот возьми. Только оригинал, брат. Не оставь, пожалуйста, не забудь, ладно? Хорошо, хорошо. Рахмет, брат. Алло. Алло, брат, блин, ты зарядку забрал все-таки? Да-да, зарядка у меня. Может, развернешься, приведешь обратно? Нет, братан, я где? Табак совхоз живу, это 80 километров от Алматы. Че тебе оттуда зарядку тебе везти? Завязывай, я завтра принесу. Блин, а. Ладно, завтра возьму тогда. Оригинал, брат, не потеряй, пожалуйста, не оставь дома. Кто там? Брат, я приехал за зарядкой. Давай я заберу, а, блин, потеряешь оригинал просто, честно я тебе говорю. Да дебил, на! Все, проходи, отдыши. Мне жаль, ты в следующий раз меня предупреждай. А че? Я пришла сегодня Раимжану на елку, прям в шоке была. Ты что за одежду ему взял? Я же попросил тебя на прокат нормальную одежду. Да на прокат, ты видел там цены какие? Халк там стоит 15 тысяч, Человек-паук 10 тысяч там, Железный человек вообще 13 тысяч. Это что, за такую сумму взял, отдал, брат, потаскал час, я верну что ли? Я решил, что надо экономичнее, это же елка все. Дома тахья лежал, я на голову одел, все, иди, говорю, имам будешь. И вот он вокруг елки ходил, как имам. Даже апай позвонил, говорит, елка не зажглась из-за этого. Я говорю, конечно, у вас там все харам было. Единственный правильный человек ходил, и у вас там не зажглось, ничего не было. Да. Экономично, тахьяшки у нас много, одел. Ты меня предупредил бы, я вообще бы не пошла бы. Да не, нормально, мне кажется. Там все не настоящие были, фантастика, чисто наш сын, чисто. Тахья. Неужели в Алмате просто полная версия снега, а не демо? Я сам красиво. Череды турсан курят, нет, красиво. Кармин вот ватрукопы хольгуримыс. Заебал! Да нет, брат, мы вчера так до пяти покатались, там разъехались потом, да? Сейчас что, может сегодня караоке, может, она матом. Да никакой караоке, брат, там мертвый весь сейчас. Да? Да, вот что хочешь, поехали там вечерком, спокойненько, там, в итальянский ресторан. Что за ресторан, тот что ли? Да, он боялся. Эй, завязывают там, вообще сейчас контингент другом, амбитный стал, сейчас. Да? Да. Может быть, это, в наш клуб, может, поедем? В тот раз там вчера Ерла, Баха, там нормальное движение, она умна все. Блин, не нравится там одни щеки, здесь малолетки. Что там делать в нашем клубе, брат? Что тогда, куда сейчас? Давай по старинке лучше, брат. По старинке? На вокзал поехали, по вокзал? Да. Все, хорошо, давай, вчера. Там всегда, там барго, брат. Все, давай кит туда, давай. Да, первый клиент мой, я такой, давай. Ты тоже за кусок пассажиров. Эй, давай. Жалновалдым, гляди, лаборей. Жалновалдым. Чё за дерзкий? Главное не отступать. Эй, чё, дофига сильный, что ли? Да, спортики. Дофига спортик, что ли? Да, на, борец я. Чё, дофига в борец, что ли? Вольник я, на. Чё, дофига в вольник, что ли? Чемпион я, на. А-а-а. А ты чё, дофига спортик, что ли? Ну, да, бегун я. А? Хуйня. Ну, молодой человек. Здесь же знак стоит, видите же, нельзя курить, вы чё? Я где хочу, там и курю, ясно? Ты чё, охренел что ли? А? Эй, тупой. Кто тупой? Я тупой. В натуре тупой, блин. Чё мне показываешь? Чё, ты шахматный норма? В смысле шахматный норма? Эй, тупой, тупой делаться норма? Ой, ёбан. И чё, и чё? Эй, иди к своему тёзке давай. Я, ага. Сингумсен? Оператор.